Всем здоровеньки, друзья! С вами Бурундук, и мы с вами продолжаем на рассвете нашей побегухи в деревухе. Да, я вас, конечно же, приветствую на лайв-канале, и сегодня, друзья, мы отправимся к дракону. Да, я не знаю, будем мы его убивать, но посмотрим, как все у нас там сложится, как получится. И смотрите, ребятки, что я тут сделал без съемки. Я наведался к нашим жителям, я с ними там поболтал немножечко, дал им ресурсов, которые нужны. Вот, и отдал ресурсы, которые мне не нужны. Да, как бы сейчас это странно не звучало, но ресурсы, которые мне не нужны, я им отдал. Потому что я хочу, чтобы мне уже наконец-то дали, так скажем, право руководить этой такой деревушкой-то нашей. Вот смотрите, я им вот тут дуба принес. Стоп, я им опять 23 дуба надо. Ничего себе. Ну ладно, я им принесу чуть позже, ребятки. Сегодня-то нам на дракона нужно идти. Я им... Так, а что вы... Ух ты, я им могу ботиночки железные дать. Офигеть, ну-ка, давайте мы продадим ботиночки. Ничего себе, нам дали один, это клёво, ребятки, смотрите. Я им вот тут булыжник дал, дуб дал, еще что-то им там, в общем, книжечек им немножечко дал. Ну и все вроде бы. И смотрите, вот тут глава бегает, вот и видите, у меня тут написано «постоянный посетитель». Если я им буду много давать ресурсов, так скажем, то мне могут, так скажем, вручить такой свиток поселенцев, что ли, этой деревни, ну как-то вот так. Я не знаю, в общем, честно, не помню, я вроде как бы не развивался без съемки, да, ну на других картах, так скажем, но не помню, что там дают. Как бы вот. И что еще, ребятки? Сейчас я вам покажу, что еще без съемки сделал. Как вы помните, в прошлой серии мы с вами гоняли в ад, и мне нужно покушать. Хом-хом-хом. Немножечко так, сейчас. Так, перекусим. Не всегда, кстати, задавался вопросом, что это за ерундовина у меня в крыше торчит. Ну ладно, не теряем времени, по-быстренькому нам нужно сегодня, так скажем, освоиться и отправиться на дракона. Смотрите, вот эти все ресурсы мы с вами добыли в нашей деревушке. Это здорово. Давайте, кстати, заберу наши все вот эти прибамбасы. Смотрите, у нас не прибамбасы, а что это я прибамбасами денежки назвал? Не знаю, деньга, как тут написано. Вот. Ну, вот эти все ресурсы мы добыли с вами в аду. И посмотрите, черепа и скелеты и сушители я тоже выбил. Спасибо вам, ребят, что вы написали в комментариях, что они выбиваются, их легче, точнее, выбить топориком, вроде как так я понял. Но топориком именно им я и выбил вот эти черепа. Это просто здорово. Вот, что еще? Тут вот дофигищу просто у нас теперь всяких алмазных бронь там, не алмазных, точнее всяких разных бронь, да. И смотрите, ребят, я еще добыл кремень, сделал несколько стрел, сделал еще око эндера, поохотился на эндерменов. У меня еще был, кстати, 30 какой-то 7 или 8 уровень, и я зачаровал броню, ребят. Смотрите, штаны получились клевые, защита 3. А вот нагрудник, если честно, вообще какой-то, вот знаете, вот, какой-то фиговенький. Я на него, по-моему, 16 уровней потратил, а он на прочность 3. Вот так. Не получилось, так скажем, зачаровать, но я думаю, ничего страшного. Мы эту с вами темную-то змеюку летающую замутузим, я думаю, и без этого. Кстати, еще золотое яблочко одно скрафтил. Мне еды маловато, ну да ладно. Ну что, вы готовы? Отправимся мы с вами к дракону. Будем дракона сегодня мутузить. Вы готовы, я вас спрашиваю? Я думаю, вы готовы. Чё бы нет-то, это я тут что-то выпендриваюсь. Вы уже хотите, наверное, битву увидеть. Ладно, полетели. Полетели к нашему дракончику, так, я надеюсь. Раскололась, первая сразу же. Ну ладно, 15 штучек, я надеюсь, нам хватит. Все, нам нужно бежать в ту сторону. Слушайте, он не под нашей деревушкой где-нибудь прячется. Этот дракошки-то, надеюсь, что нет. Ладно, бежим вот за этим деревом, за нашим четвертым деревом. Почему именно четвертым? Не знаю. В общем, вот за нашим вот этим большим деревцем мы закинем еще один глазик, посмотрим, в какую сторону нам нужно бежать, так скажем. Все, потихонечку пока что бежим. Бежим. И вот здесь пуляем сейчас наше око. Ну, нам все ж в ту же сторону бежать. Окей, так, я надеюсь, оно не... Отлично, оно выпало. Все, бежим дальше, ребятки. Я попытался как можно больше эндерменов убить. И убил я их, скажу вам, немало. И добыл, так скажем, глазиков вот этих эндерменских тоже немало. Око вот эти, да? О, кстати, как они... Вот это око. Я всегда я их путаю. Почему вот эти вот око и... Как они называются? Я вот серьезно, я их всегда забываю. Ну ладно, ничего страшного. Побежали, ребятки. Я надеюсь, кстати, нам стрел. Вот такое количество у меня стрел. Я надеюсь, нам этого хватит. Побежим мы вот в эту вроде нам сторону бежать. Сейчас мы вот этот лес пробежим. Если мы его вообще пробежим, он такой
довольно большой, длинный, такой запутистый. Что? Что? Не знаю, ладно. Вот здесь давайте на речке сейчас кинем. Кинем и посмотрим. Ага, уже в ту сторону нам надо бежать. Так, выпадет. Выпал, но на дерево. Ну, ё-моё. Кстати, я блоков деревья есть с собой. Отлично, это уже хорошо. Давайте мы сделаем... Все, у нас есть блоки, это уже хорошо. Конечно, лучше бы камушки, потому что дерево может загореться. Ну, ладно, ничего страшного. Поднимаемся, потому что нам глазки этих эндерменчиков нужны. Где... Куда делась? А, вон она, все, отлично, отлично. Я уже думал, оно года пропало. Ну, ничего страшного, все отлично, все хорошо. Нам нужно бежать вот в эту сторону, как я понимаю. Все, бежим потихонечку по деревьям, будем тут прыгать. И нам нужно еще покушать, уже голод у нас. Все, и вперед, вперед, вперед. Ну что, ребят, я думаю, мы сегодня успеем, наверное, дракона-то замутузить. И знаете, что у меня, какой еще вот для вас такая новость? Мы в следующей серии, наверное, уже своего дракона, так скажем, будем выращивать, как бы, странное слово, если честно. Да ладно, что, где-то здесь неподалеку, что ли? Не верю. Вообще не верю. Да ладно. Ну-ка, давайте сейчас мы вдруг... Ну-ка, вот здесь, что ли? Нет, еще подальше. Ладно, так, упадет. Упадет? Упало. На дерево? Отлично. Так, нам главное сейчас тут пропаркурить. Паркур, паркур! Отлично, все. Подбираем. Так, и куда? Опять сюда. Так, окей. Слушайте, неужели где-то здесь рядом и нам... упало. Придется прыгать, наверное, ребятки. Неужели нам не придется бежать так далеко? Что-то мне даже не верится. Серьезно? Вот он. Ну все, ребят, копаем вниз. Что я тут еще могу сказать? Правда, мне страшновато немножко. И что я в лаву куда-нибудь упаду. Офигеть, ну что мы нашли? Мне с трудом верится, но копаем вниз потихонечку. Да, офигенно. Офигенно, друзья, где мои факела? Хорошо, что я их с собой взял. Так, давайте я... око-то нам еще, наверное, понадобится. Вот на топорик блоки заменим. Офигительно. Мы нашли эту пещеру. Офигенно. Офигенно, друзья. Железные слитки, здорово. Железная кирка, так вот, за место земельки. Вот плохо, что у меня весь инвентарь. Давайте что-нибудь здесь оставим. Зачем я с собой огненные эти взял? Не знаю, я торопился, наверное. Так, что, ну давайте грибочками пожертвуем, угольком. Что еще тут можно? Они не стакаются, да? Мне-то жалко. Ну давайте один стак сырых досок оставим, все. Я думаю, все, вот еще палочек можно, все, вот так. Так, и побежали искать наш, ага, тупик. Нашего дракончика, проход к нашему дракончику. Слушайте, а здесь некуда бежать. Это странновато, ну давайте запустим. Ну вообще наверху, вот это да. Ну ладно, придется нам лезть наверх, что я еще скажу. Давайте потихонечку будем забираться наверх. Чего я не могу запрыгнуть? Вот так, другое дело. Так, это мы отсюда пришли вроде бы. Показывает куда-то вот сюда. Ну ладно, будем потихонечку забираться. Может быть найдем. Так, вот здесь, кстати, что-то. Вот, ребятки, мы нашли. Вот что-то здесь такое прикольненькое. Так, давайте посмотрим. О, кстати, здесь... Ух ты! А нам наверх надо или вниз? Вниз, я думаю, давайте вниз проберемся. Ух ты! Что это? Вау! Вау, прикольно! Ну-ка, давайте туда пойдем. Здесь что-то немножко страшновато. Тут уже... Я слышу, что кто-то здесь рычит. Иди сюда, я тебя сейчас мутузю побалденно. Даю тебе пару раз. Мы нашли! Чешуйницы, чешуй-тю-тю. Уйдите от меня, ползучие. Нет, стрелы тратить не буду. Не на вас я их копил, так скажем. Все, отмутузили. Пойдем быстрее, сломаем их спавнер. Мы нашли, ребят. Сломал спавнер, круто. Че это я этому радуюсь? Ух ты, тут уже два глазика есть. Это здорово. Ну что, я не знаю, ребят, что у нас там по времени-то. По времени у нас еще, конечно, все отлично, но надо успеть дракона убить. Просто я хотел по пещерке побегать, ведь тут всякие сундучки есть. В общем, ребят, давайте я без съемки побегаю по этой пещере. Может быть, что-то здесь по надобываю, а может быть, и не буду даже бегать. Посмотрим. Я боюсь, что нам времени не хватит на сражение наше с драконом. Ну что, вы готовы? Вы готовы, я вас спрашиваю? Да, вы готовы. Я вас уже, по-моему, спрашивал, что это я. Так, смотрите. Все.
Офигеть, вы посмотрите, мы дошли до этого. Я думаю, за это можно лойщик сразу впилить зубастенький. Ну что, битва с драконом у нас начинается, я так понимаю. Вы готовы? Давайте покушаем. Я у вас уже 10-й раз, наверное, спрашиваю, вы готовы? Ладно, все. Вперед. Все. Ух ты, новое достижение, конец, не конец, у нас еще приключения большие ждут. Ну что, куда нам нужно вылезать, я даже не знаю. Так, давайте, может, наверх, может, вот, да, можно наверх. Я боюсь, нас дракон не... Ой-ой-ой. Что? Что, серьезно? Это как так получилось, я в блоке? Офигеть, я даже не умер, это какой-то читерский блок, ну ладно. Вылазим потихонечку, и где мы появляемся? Офигеть, где дракон? Я из дерменов только спешу, я никого не... Уйдите от меня! Уйдите! Так, яблочко, если что, наготовь. Вон! Пернатый драконище летает, друзья! Ну что? Битва! Битва с драконом! Пошлите! Ай-яй-яй, эндермены! Ай, кто меня бутузит так по-жесткому? Смотрите, как их много! Куда бежать? Что делать-то? Они все за мной. Почему они все за мной бегут? Что я им сделал? Они меня сейчас убьют, ребят. О боже ж ты мой. Как мне от них уйти? Надо съесть, наверное, яблочко и отмутузить их попробовать. Иначе это хана. Почему я с собой тыкву не взял? Давай, давай, чё вы? Все, убежали от меня? Да, правильно. Я, знаете, такой страшный, зубастый боец. Вам со мной не справится. Так, стреляем. Отлично, первый. Минус. Второй, круто, здорово, ну чё, пернатый, ты готов? Я тебя вот так вот промазал, да, немножко, ну ладно. Как мне вон ту надо при... Я вас не смотрел, я не смотрел на вас, не бегайте за мной. Знаете, они мне Слендера чем-то напоминают, ну они в принципе похожи. Так, мне нельзя на них смотреть, так давайте вот так как-нибудь. Вау, уйди от меня. Ух, ёлки-иголки. Ладно, побежали куда-нибудь. Так, не смотрим на... Главное не смотреть на этих эндерменчиков, а то они на нас... Так, оп. Не попал, чуть выше надо. Оп. Опять мимо. Да что я, стрелок, кто такой? Кто меня опять? Дракон, а ну-ка, подожди, я тут тебя пытаюсь убить, а он меня бьет. Да, вот, все, отлично, в еще одну попал. Так, не смотрим на этих эндерменов. Мы только что от них отвязались. Все, стреляем вон туда, попаду. Не попал, чуть выше надо брать. Так, оп. Да что такое, чуть-чуть еще. Да елки-палки. Есть, отлично, сколько стрел. Нормально, есть еще стрелы. Нужно все эти штуковины, как они называются, я, кстати, забыл. Нужно их все отмутузить, а то, видите, он с помощью них, как бы хилится, так скажем, ну, добавляет себе жизни. Что? Как я не попал? Стрелы только трачу здесь. Отлично. Так, туда нам нужно поближе. Вон, давайте вот это сейчас взорвем. Ну все, ребят, бой-то начался, можно сказать. Мы вот тут уже эти взрываем все по одной. Так, сейчас будем по дракону пулять. Мне кажется, он туда и не попаду. Промазал. О, иди отсюда, пернатый, как тебе в пузо стрела-то, а? Мимо. Да что такое? Опять мимо. Попал? Не попал. Так. Да что такое? Почему не попадаю? Опять не попал. Ну-ка, если так. Нет, не, я сейчас не буду тратить стрелы, так. Я боюсь дракона. Что это было? Я не смотрю на вас, слендеры. Нет, эндермены, точнее, почему я их назвал слендерами, что? У меня уже слова путаются. Так, нужно какую-то базу себе быстренько. Так, тихо. Я попаду отсюда, я нифига не попаду отсюда. Так, сейчас попадем. Там дракон летит. Я спрыгнул. Я попал? Вон он там еще. И ладно, давайте вон то разобьем пока что. Может, я отсюда попаду? Слушайте, мне стрел так не хватит, я боюсь. Да уйди от меня, я боюсь тебя. Все, стреляем. Есть, отлично, круто. Вон ту фигнюшку еще нужно. Так. Сейчас мы прицелимся как... И огонь. Есть, вот это отлично, вот это мы с вами лучники, вон перната это такая гадюка летает, сейчас мы с тобой еще сражаться будем, вон те нам еще две штуковины нужно взорвать сейчас, так здесь я не смотрел, не надо, вот ты сейчас на меня смотрите, загорится, видите ли, так. Кстати, я понял, что вот это за ерундовина у меня тут светится, так скажем, слева, это мне показывает, так скажем, броню мою, что ли, так, оп. Да я не попал опять, мне сейчас так стрел не хватит.
Надо подальше отходить, наверное. Опять не попал, ё-моё. Оп! Да что такое? Я вроде высоко стреляю. Да ё-моё. Что такое? Ещё попаду. Опять не попал, а? Уйди! Я мимо стреляю. Мне кажется, друзья, мне стрел не хватит. Жесть какая-то. Как мне вот с этим бороться? Я не знаю. Так, где дракон? Он вроде далеко. Все, погнали, погнали наверх. Сейчас мы наверх заберемся. Но если он нас оттуда столкнет, это будет очень жестко, знаете ли. Ну ладно, забираемся наверх. Я боюсь, сейчас меня убьют. Вот прям серьезно боюсь. Мы живы. Скалолазы и зубастые. Все, мы наверху. Если я сейчас разобью, я же улечу. Так, строим оборону. Строим себе оборону. Вот это сейчас можно взорвать. Отличненько. Так, где блоки? Блоки берем, строим оборону. Серьезно. Я уже офигеваю, если честно, мне нужно покушать. Ой, так, а если мы сейчас это взорвем, так, давайте вот так сейчас сделаем. Я надеюсь, мы не улетим. И покушаем, чтобы восстановить сердечки. Мы яблочко, правда, потратили. Так, как бы я боюсь. Фу, я живой. Не улетел. Ух ты ж, боже мой. Офигеть, что тут происходит? Что за эпик-битва такая? Так, строим себе оборону. Почему я в два блока ее строю? Потому что я боюсь, я серьезно. Так, ну давайте. Ну где ты? Где ты, драконище-то? А, готов сражаться? Давай, огонь! Попал! Отлично! На, еще получай! И еще! Врубей, не вот так вот! На! Еще одну! И вот так вот, а! Живые мы пока что. Еще драконище, получай. Ух ты, чуть-чуть прям, ух, как тебе везет, пернатая ты, пигадюка. А ну давай вон, ой, что-то я мимо куда-то, так. Нет! Ух ты, елки-палки, мы умерли, мы появились дома. Ну ничего, ребятки, пауза, и мы снова там. Ну что, мы снова здесь, и посмотрите, елки-палки, какой симпатус, девчина, сейчас я подожди, никак гадюка меня не трогает, и такое драконище летает, посмотрите-то. Сейчас Дейенерис на вас нету, да? О, кто понял, то не ладно, сейчас проехали. Посмотрите, друзья, какую я эту хижину соорудил. Ну что, теперь-то я готов с тобой драться. Я вернулся, да, на, получай. Ну что, что ты мне здесь сделаешь? Да ничего ты мне не сделаешь, по пузу, по попке тебе, везде тебе стрел нафигачим. Вот, давай, правильно, улетело, ну ладно. Теперь можно немножечко поговорить, как у вас делишки, ребятишки, у меня все окей, давайте дальше его мутузить. А где ты? Ну-ка, давай, и в носяру ему все. Ой. Фух, живый, надо покушать. Подожди, у меня перерыв. Кушает, не перерыв. Ладно, поехали, вот еще иди сюда. Где он? Ну-ка, давай. Вот он, ё-моё. Один минус в этой баррикаде, что не видно ничего, но зато нас отсюда не скинут, я сюда обратно поднялся. Вон он, да ёлки-палки, его не видно, там вон он где-то летает. Вот он, ой, давай, чё ты на меня тут и нарываешься, видите ли. Ну давай, где ты? Где он, ребятки? Я готов, вон он летит, давай, может мы его мечом попробуем? Нет, ой-ой-ой, я промазал, вот это плохо, конечно. Стрелы я, кстати, с собой побольше взял, ребятки, это тоже хорошо. И рыбки у нас маловато, надо было еще покушать приходить. У меня там дома ничего нету, ладно. Где? Иди сюда, пернатая гадюка, давай! Я тебе сейчас по пузу мечом надаю, на! Не долетают до него стрелы, у меня стрел-то еще, ну хватит, я надеюсь, хватит. Давай, лети сюда. На, попали. И давай, мечом его. Где ты? Ой, нужно кушать. Он улетел, что он обещал, вернулся. Иди сюда, драконище такое, ты темное. Где он? Вот он летит, видите ли. Давай, где он? На, получай. Есть, попали, еще попали. Ну что, ты уже готов проиграть? Готов? Не доберешься ты до меня. Мы, знаете, видели мы, какие тут построили, видите, что это, я не знаю. Смотрите, какую мы здесь баррикаду построили. Никто нам не грозит, ничего. Стреляй по этим драконишкам всяким. Ну-ка, давай, что ты, боишься туда залетать-то уже? Ой, да, получай. Так, еще чуть-чуть, друзья, еще чуть-чуть, и все. Все, эта гадюка у нас на полу будет лежать. Ну что, ну-ка на. Промазал я.
смысл. Промазал, ну ничего, ничего страшного, выжидаем. Вот он летит, 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 огонь. Ой-ой-ой, попал, попал. Ой-ой-ой, ну-ка давай, давай, на. Есть, еще попал, на, получай. Еще попал, еще попал. И финальный, нет, не финальный, пока что ждем. Не знаю, финальный, вот он летает. Ой, что вот он, на, получай. Улетел. Ну-ка иди сюда, ща мы с тобой будем тут сражаться, иди сюда. Вон он летит, и опа-на! Да, вы видели, в носяру прям! Да, ребятки! Скорее блок, ломаем блок! Так, все, тихо. Вот он. Ну что, спускаемся скорее, где там, где я забыл, где я сейчас, я найду, где я там поднимался. Так, аккуратненько. Не здесь, я не помню, где я, ребят, поднимался, где мой топорик. Сейчас мы по-быстрому найдем, где мы там поднимались. Почему не так? Почему этот дуб так долго ломается? Нам нужно скорее опыт бежать, забирать. Нам опыт-то вообще сейчас нужен. Но ведь у нас война еще, война. Как отсюда мне, ребят, выбраться-то? Поскорее, мы дракона-то убили. Где мои баррикады? Я забыл, где я поднимался. Серьезно, где? Отсюда не видно? Не видно, где я поднимался? Ну точно же не здесь, по-моему. Нет, а где тогда? Что, почему? Почему мне главное еще не упасть? Значит, золото там пропадет, это будет очень печально. Вон, все нашел. Вот здесь мы поднимались с вами. Так, все, вот, ребятки, спускаемся. Правда, это будет очень долго. Ну ладно, сейчас смотрите. Погнали. Почему, но это дерево не поддается топору, серьезно. Так, я умру отсюда, если упаду, я боюсь, что умру, поэтому я еще парочку блоков раз, и вот еще сейчас второй, и третий, думаю, можно прыгать, все, можно прыгать и бежать, забирать, все наше, главное, чтобы нас не убили. Ух, я живой, вперед, опыт здесь, ура, он не пропал, уху, друзья, это победа пернатых всяких злых змеек, да, змеек летучих, сколько у нас, 70 уровень, офигеть, почему, ой, не знаю, яичко. Вау, это здорово, как я давно не мутузил этого дракона. Эх, дед, ты помнишь, дед, если смотрит эту серию? Ох, дедулик, ты как мы всех мутузили-то этих дракона, дракончиков-то, да? Ну что, давайте заберем яйцо, так, где оно? Вот оно, все, сейчас мы заберем это яичко, где у нас факел? Факел ставим сюда и забираем. О, да, все. Все, друзья, у нас будет свой дракошка! Это ж здорово! Посмотрите, что у меня в руках! Это... Ой, уйди! Уйди, что это? Он не на меня, посмотрите, какой... О, рота разъявила! Ну, уйди, варежку свою захлопни! Уйди! Что он за мной бегает? Ладно, пора ему звездюлей отвешать! Ну, сейчас мы как развернемся, давай! Что, еще, да, бежишь на меня? На, получай. На, ты получай. Одну хп. Ну, в принципе, мне можно и умирать, но, как сказать, нежелательно бы. Так, а где покушать? Покушать нет. Ай, убили, ну да ладно. Все, ребят, мы дома. Мы в родном своем домике. Фуф, это было, конечно, трудно, сложно, но эпично и круто. Я не знаю, что еще сказать, но это главное, что вот что у нас есть. Вот что у нас есть, друзья, я думаю, вы знаете, что мы будем делать в следующей серии. А я надеюсь, вы догадываетесь, мы будем растить своего дракошку. Вот такие дела. Ну что, друзья, я надеюсь, вы довольны, как и я, потому что я рад. Давно я уже хотел отмутузить этого дракончика, и наконец-то мы сходили его и убили, так скажем, вот. Ну и теперь мы сможем на своем драконе летать, правда, через несколько дней, потому что он будет долго, так скажем, возрождаться или рождаться, что ли, рождаться, да. Ну все, не забывайте ставить большие бурундучие пальчики вверх за такую битву, за такую, не знаю, эпичную битву, вот. Ну а с вами был Бурундук, который сегодня навешал люлей дракончику-то этому. Ну все, друзья, не забывайте подписываться на основной лайв-канал. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.